Друзья, всем привет! Сегодня приехали на объект устанавливать очередной зонт. Котел у нас Баксина Вола 3 Комфорт со встроенным бойлером. Значит, сюда мы будем вешать бокс. В него мы установим зонт Open Therm. Тут автомат уже поставили. Ну и дополнительно еще газоанализатор подключим к GSM. Дальше будем кабель-канал протащим как-то либо по потолку. Тут чудеса всей деревенской жизни. И дальше кабель-канал поведем уже в другое помещение для того, чтобы установить датчик температуры. Так, Open Therm мы решили запитать существующего шкафа. Вот то, что будет установлено в нашем боксе. Этот сам 724 Open Therm. Почему 724? Потому что у него есть выходы для подключения внешней панели, которая будет подключена к нему в дальнейшем. Вот этот сам зонт, автомат и аккумулятор. Подключаем, да, потихонечку. Так, вот у нас почти все собрано. Сейчас протягиваем кабель-канал. Антенна пока здесь. Сейчас будем тестировать. И датчик пока оставили здесь. Сейчас протестируем. И потом уже будем протягивать комнатный термостат. Так, ну что, мы пока по временной схеме подключили. Значит, здесь у нас кабелек идет в плату. Вот сюда вот мы его подключили, отсюда же он возвращается назад, чтобы управлять с панели. Сейчас посмотрим, что там на панели будет. Да, будет работать? Ну все, панель показывает, все нормально. 21,7 сейчас температура здесь. А, температура там получается. Нет, температура здесь. Здесь. Да. Все, пошли дальше делать. Так, все, ты здесь все подключил, да? Датчик пока висит. Все, сейчас будем пробовать тогда запускать зонт. Надо антенну тогда куда-то приладить пока. Прихожий кабель-канал протащили, как я уже показывал, прямо по нижнему коробу плинтуса. Здесь. И далее. Вот так. Просто по-другому уже здесь было не сделать. Так. Вот он тут у нас заканчивает. Осталось нам повесить только датчик, точнее не датчик, а сигнализатор загазованности на пропан. А само устройство теперь выглядит вот таким вот образом. Вот так. Очень хорошо. Все, всем спасибо.